Неделя моды в Москве в самом разгаре. Моды разных форм и содержаний. Кажется, зрители видели уже все. Но сегодняшний показ обещает быть настоящей сенсацией. Русские красавицы, модели прекрасных форм, изящные силуэты, мечта любого мужчины. Модели плюс сайз с французской коллекции La Redoute на подиуме. А теперь давайте послушаем интервью пиар-директора La Redoute Сергея. С нами Сергей Кравченко, пиар-менеджер La Redoute. Сергей, расскажите, почему для представления именно этой коллекции вы выбрали модели плюс сайз? Наша компания специализируется на производстве и разработке дизайна одежды для всех, и в том числе уделяет большую такую линию размера плюс. То есть наша основная линия всегда выдержана в непривычных линейках с 34-го французского и там до 40-го, но до 52-го французского это еще плюс 6 к русскому, то есть 56-го русского. А именно отдельная линия плюс сайз, которая разрабатывается нашими французскими дизайнерами, она начинается только с 48-го русского. Соответственно, размерная линейка гораздо шире, гораздо больше, и для нас это очень важно, поэтому мы на неделе моды показываем не только основную коллекцию, которая у нас будет в пятницу, но еще вот и отдельно линию плюс сайз. Мы, в принципе, начали участие в неделе моды с показов плюс сайз. Это было уже 2 года назад, для нас уже 4-й сезон, можно так сказать. В следующий раз уже будет юбилей такой небольшой, да, то есть 5-й сезон подряд получится, да. Начинали с плюс сайз, нам это безумно понравилось. Прекрасные девушки-модели, прекрасная реакция аудитории. Казалось бы, у нас же не любят все новое, такое необычное. Все же привыкли, что модели это модели. Немного другие, да? Да. Отличные от наших девушек. Но всем нравится, огромное количество отзывов в соцсетях и в репортажах, в статьях, поэтому, конечно, будем продолжать это делать дальше, дальше и дальше. Ой, как здорово. А французы любят модели в теле? Да, конечно, они очень любят, поэтому они развивают это направление, им безумно нравится, что мы это делаем здесь, в России. То есть они очень любят наши показы. В прошлом году они приезжали, в этом году не получилось у коллег из Франции, к сожалению. Они очень-то любят, и всеми руками за развитие этой линии, потому что девиз La Redoute, что La Redoute влюблен в каждую женщину, соответственно, независимо от того, какой у нее размер одежды. Как это важно. Прекрасно. А мне кажется, женщины любят эту одежду, французская одежда. Расскажите, на что следует обратить внимание покупательницам, модницам в этом сезоне? Какие тренды будут в моде? Мы показываем коллекцию по такому новомодному течению стильного байнау, то есть смотри сейчас, покупай сейчас. Мы показываем коллекцию не грядущего сезона осень-зима, а именно текущего весна-лето. То есть все, что показано у нас на подиуме, можно уже купить спокойно будет на сайте прямо сразу после показа. Если мы говорим об этом сезоне, то это, конечно, розовый цвет, который будет у нас представлен очень красиво на подиуме. Всевозможных оттенков. Ой, как и пудра, и темно-розовый фукси, голубой, синий, бельевой, вот этот вот стиль, который сейчас уже давно в моде, и мы покажем, что девушкам в теле тоже не нужно бояться. Такая смелая такие, мода, такие да? Такие вещи, да, то есть на самом деле не нужно обращать, мне кажется, внимание на какие-то тренды, нужно создавать свой стиль самим и обращаться, искать, вот возможно, да, смотреть на подобные мероприятия, находить для себя что-то интересное и создавать свои собственные разные образы. В России такое огромное количество, да, женщин плюс сайз. Вы надеетесь получить новую, большую аудиторию, да, и переодеть? Конечно, модно. Конечно, потому что именно наша одежда, я сейчас не побоюсь так с гордостью прям сказать, она действительно другая. Она это непривычные балахоны, что вот если женщина плюс сайз, то это все сразу замотаться, да, в большой кусок ткани с драпировками. Да. Нет, это абсолютно это и джинсы, это и приталенные пальто, и это короткие вещи тоже, потому что всем хочется показать ножки, и они еще могут быть стройными даже при размере 48+. Есть что показывать. Конечно, да. Мы даже покажем линию нижнего белья. Мы показали это уже в прошлый раз, но в этот раз мы решили пойти еще дальше и покажем линию нижнего белья, так скажем, для особых случаев. То есть она будет очень откровенно. Это будет что-то смелое, сюрприз чересчур, для зрителей. Да, чересчур смелое. Ждем, да, ждем очень ждите, показа. Посмотрите. Да. Такой вопрос. Как вам кажется, худые модели выходят из моды? Я думаю, что я скажу так, в моду входит просто много чего другого. И, соответственно, на
на каждый интерес. Поэтому вот у нас в пятницу будет показ вот как с худыми моделями. Там тоже очень интересно, там тоже очень здорово. Это будет совсем там уже другая мода, другая одежда. Но нет, мне не кажется, что не входит. В моду входит просто естественность абсолютная. То есть, если модель такая, худая, значит, она должна быть такой. Если она размер плюс, то не нужно худеть. Ну, конечно, если это не какие-то личные совсем пожелания. Да, нужно продолжать жить, радоваться жизни и ну, видеть, какая это самая красивая, независимо от размера. Ля Редут учит женщин влюбляться в самих себя. Да, и при этом любит их. Это замечательно. Спасибо вам огромное. Спасибо.